Мне ты еще ребята. Ну, неизвестно, молодец. Вот так взрослее, а эти молодецы. Каким такой леща, да? После такого им не верят. Пойдем, давай. Жили они на этой территории недолго, 2,5 месяца. За это время козел достал тигра. Он не попадал, кусал, легал, выгонял, пинал, на хвост наступал. Но тигр не выдержал и в конечном итоге укусил козла тигра. Позже козел летал в Москву на операцию, с Москвы вернулся к нам в парк. У нас в парке козел Тимур сидит на карантине, мы его не увидим, но он живой, честно. Он хромает, но его посетителям не показывают, всегда за его сняли. Ему построили белый бетонный дом, он там живет со своей очередной козочкой, днем гуляет на территории.